Майдан и сразу из нескольких городов уже на пути в Киев. Из Тернополя в столицу направляются более 200 человек и несколько тысяч пытаются выехать из города. Но найти перевозчиков или купить билеты на поезд довольно сложно. Ивано-франковцы тоже сворачивают палатки. На свой Майдан они принесли воздушные шары. С полсотни желтых и синих, но запустили в небо только один красный со словами прощания российскому президенту. Львовские студенты беспрепятственно выезжают из города, хотя билеты на поезд традиционно в дефиците. С собой везут самое необходимое – палатки и теплые вещи.